Короче, мы нереально опаздываем. Забери нам несет наши сумочки. Вагончик уже. Мы уезжаем в Одессу. На юморину. Быстрее, мы опаздываем. Где твоя сумка? У меня, все у меня. Где божечки? 21.30. Нет, мы в Одессу. Одесса. Боже, колени, надо побыликать. Я не могу. А что у нас времени? 5 минут осталось. А нам нужно еще одна проблема. Дай, вы, пожалуйста. Нам с тобой кабинет идешь. Да. Нам с тобой, да, сначала нужно идти. А потом еще искать вагоны. У нас первый вагон. А, первый хоть? Да. А, ну давай. Нет, в начале, Аня, а ведь нет. Понимаешь, да? У меня истерика. Ой, это репортаж. А? Давайте. Мы сейчас идем на поезд, мы очень сильно опаздываем, просто очень сильно. Это сейчас 6-5 куля, нам сейчас наша следующая куля. Луганска где? Там сейчас будет. Лиза, я не могу, я сейчас ума сойду. Мне как-то. Он уезжает через 30 минут, и мы почти успеваем. Луганска, Одесса, это наша? Да, да. Куда она, Лиза? Дивин, пожалуйста. Я заработал пополам. А он реально может без нас уехать, да? Конечно, он тебя будет без нас. Он узнал, что ты не будешь, а не уехал раньше. И умничай, Дивин. Это 8-я куля, но вот наша 7-я, нам нужно где? Это хреновость. А где первый вагон, знаете? Вот там. Там? В ту сторону? Бежать, а не идти, Лиза, блядь. Твою мать. Тихо. Итак, мы начинаем наше видео. Сейчас мы думаем налить, поесть, выпить. Мы лежим на вторых полках. Какие у нас места? Какие у нас места, как посмотреть это все дело? У нас есть карта. Блин, все равно... Да, слышно. Короче, во-первых, мы бежали на этот поезд, потому что Аня долго выбирала закуску. В итоге мы так и не купили. Да, Лиза, нафиг ты, блин, ты говоришь интервью, или ты пьешь жирю? Шушняки. Вот. Короче, я, бог, перепутала билет. Да. Тихо, да я все расскажу. Короче, просто я нашла такую подругу, которую я сама лох-лохом. Я просто ездила когда-то один раз в Киев на полчаса. И теперь я нашла себе подругу, которую показывала вахтерша, или как она называется, стюардесса. Короче, и обратные билеты, а не те, которые мы еще должны ехать. И в итоге мы в секундочку прям вошли в другой вагон и вышли в тот, который нам надо. Нашли каких-то парней стрёмных. Они нас напоили своим коньяком. И мы их набрили. А сейчас мы на вторых полках. На мыши все пьём. А ври дальше. Да, это мой привет. С вами была Анюта Сметальчик. Теперь Лиза пьёт коньяк. Трёхзвёздочный, который был в АТБ. Единственный, но 25. Если что, то у меня никто не знает. Смотрите видео. Россия, привет. Россия, привет. Говори, Россия, привет. А то обидятся. Подписчики, Анюта Сметанчик. Вам тоже привет. Уфа тоже есть. Чао. Подожди, ты не рассказала за это. Что? Смотрите, это моя нога. Мой носок. Ну все. Мы немного попозже к с вами снова присоединимся. Сейчас мы будем чуть утром. Бэ-бэ, бабасики, лясики за лясики. О, пьяный пизду, все еще просто пьяный, все еще. Стою я в колготах. Она пьяная, да? Нет. Кто? Она? Нет.
Ну нормально. Ну видишь себе фонарик, это что, ты в шахте работаешь, видишь? Ты на меня светишь, да? Тихо. Нафиг ты меня пьяный, я уже пьяный тоже. Ты же вообще... Я уже тоже пьяный. Стою в туалете. Ты снимаешь замуж. Чувак вот с абсентом стоит. Каким абсентом? Знакомились. Ты что, на видео снимаешь? Удаляй, это реально, это все.